Темпы уборки урожая нужно ускорить. Сейчас аграрии республики отстают от намеченного графика на неделю. Такие данные озвучил вице-премьер правительства, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов на еженедельном совещании. Похвастаться пока нечем. По состоянию на 12 августа, по данным администрации муниципальных районов, сельхозорганизаций и крупных КФХ, скошено чуть более 19 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. В прошлом году на эту дату было 94 тысячи. Осложняет уборку погода, урожайность на уровне прошлого года. А вот цены выше. Что касается цены на зерно, рожь 9 тысяч рублей. Это почти на 60% выше, чем в прошлом году цена. Дешеветь по прогнозам уже цена не будет, поэтому просим тех, у кого есть возможность сохранить зерно, продать. Позже не спешить с продажами. В 8 районах республики также начали убирать картофель, в 5 – овощи. Помимо уборочных работ, аграрии начали подготовку почвы к посеву озимых. Сергей Артамонов призвал активнее закупать семена элитных культур. Он отметил, сельхозпроизводители могут рассчитывать на возмещение затрат на закупку семян. Ольга Пырочкина, Валерия Резюков, Республика.